Всем привет! С города Брукинс, Южная Дакота, Соединенные Штаты Америки. Так вот, продолжаю вот эту бетонную отмостку. Ну, то есть, отвожу воду. Видите, тут прям видно, вот до половины отмостки сухо, а дальше ливень идет. И что самое интересное, я заметил, что, вот видите, желобок идет. Вот он, желобок. А капает через верх желобка. Ну, я не поленился, потому что дождь такой вот серьезный, пока я здесь первый раз. Заложу наверх. Поднимаемся. Нашли вот тут лестницу. Взять лестница. Так, кровля. Все нормально, видите? Рубероидная кровля. Ну, я уже говорил, мне металлическая больше нравится. Ну, здесь так принято, рубероидная. Ладно. Заглядываем в желобок. И что мы видим? А видим мы в этом желобке кусочки вот этой кровли, видать, дождем ее смывает. Но они уже четвертый год живут в этом доме. Дочь говорит, вроде как ни разу не залазил, не чистил. Видите, что творится? Вот. Это вот только в этом месте. А вот там дальше, если посмотрите, вот специальные ерши. Эти ерши, ну я понял для чего. Для того, чтобы к трубам, вот по которым спускается вода сверху, трубы не забивались листвой. Но они как держат листву, так и вот этот вот грунт. Вот, это сейчас дождь прекратился, уровень здесь упал. А так здесь было, через верх перехлёстывало. Но там он, если дальше посмотреть, все прям видно. Так, вот она, кровля типичного американского дома в глубинке. Интересно, конечно, мне просто залезть и посмотреть. Опа, не так-то просто. Ну вот я залез, спокойно иду по этой кровле. Видите, снизу я залазил, значит, снизу там деревянные рейки. И эти все рейки держат сам рубероид, кусочки вот этого рубероида. Так, вот он, ёршик. Видали, сколько здесь грязи? Так, надо его снять отсюда. Хлоп. Там мы внизу почистим. Опа. Ну, я так понял, этими ёршиками еще и чистить можно. Смотрите. Хлоп. И вот третий ёршик. Это вентиляция. Фоновая канализация, чтобы запаха не было в доме из туалета. Вот это вот типа вытяжки. Так, вытаскиваем еще один ёршик. Вот он, ёршик. А посмотрите, как водичка побежала. Посмотрите, как хорошо без нее стало. Вот, вот эта дырка, отверстие, но я не могу ее назвать, кроме как дырка, было забито. Теперь вот эта вся река побежала вот туда вниз. А когда пошел сильный ливень, это все перехлестывало и бежало не вот туда, куда направляется эта труба, а гораздо-гораздо дальше. Ой, ближе к дому. Вот где у меня сейчас полиэтиленом закрыто. Пожалуйста. Так, теперь пойдем на угол. На другом углу. Это я для обзора, как люди устраивают кровлю. Я ни разу американской кровли не видел. Так, у нас где-то вот здесь у нас отверстие. Сейчас посмотрим. Оп. А тут тоже запруда. Видите, какая? Вот она. Подозреваю я, что если бы этих ёршиков не было, вода бы гораздо лучше уходила. Вот видите? Сейчас мы воду всю сольем и посмотрим, что у нас получится. Вот эту сторону также. Оп. Вон она вся уходит, видите? А практически не бежала, то есть набирались эти желоба. Вот с этой, со всей площади набирались желоба.
Так. Посмотрим дальше. Что у нас? Там, конечно, не заделано вот сбоку, но это лучше, чем ничего. С этой стороны. Так, а вот у соседа чисто без всяких ёршиков. Так, вот он скинул. И вот теперь эту запруду убираем. Опа! Попёрло, аж зашумело. Вот так вот. Пойдем на следующий угол. Так, так, так. Вот он ёршик. Не знаю, ёршик. Видите, ничего не бежит. Скидываем. Убираем запруду. И со свистом все побежало. Вон она, вся грязь. Со свистом уже уходит. Дальше пошли. Здесь уже уровень упал. Посмотрим. Посмотрим. Вот он. Вот он. Да простит меня взять, но я весь этот мусор вот туда ему скину. Смотрите, как уходит. Смотрите, внизу там, видите, как льется. Так. Здесь, видимо, вот это накрыто. Можно нельзя вставать. А то сейчас как по-русски говоря. Знаю, что это такое. О, смотрите, что повыкидывал. Так, а грязи. Ой-ой-ой, уже деревья растут. Видите? Видите, что творится? Ах ты! Ну-ка двумя руками попробую. Вычистить не удалось, неохота кресло марать, кидать туда грязь. Пойдем дальше. Так, на том углу ёрш был, на этом углу ёрша нету. Но вода-то стоит, загерметизирована, кстати говоря. Где? Где уклоны? Уклонов нет. Здесь тоже ёрша нет, на этом углу. Здесь прям полная воды. Ага, сейчас мы вот этот ёршик освободим. И у нас водичка должна пойти. Вот она. Не успеваю. Не успеваю хватать. Вода холодная. Смотрите, что там творится. Это все было покрыто. И никакой ёрш не нужен, ребята. Вот еще откроем эту сторону. Я не знаю, для чего их кладут. Видимо, чтобы грязь не лилась, что ли. Нахрена вот это надо на крыше? Потом заливало. Да. Тут что у нас? Тут что у нас проходит?
Вон, видите, все это сбегает. И летит все со свистом. Смотрите, куда побежала. Туда, аж за прицеп, на дорогу. Я вот смотрю, у соседей никаких ершей нету. Не знаю, для чего это придумано. Так, идем дальше. Идем. Все уходит. Слава тебе, Господи. Так, с этой стороны опять ёршик. И опять запруда. Серьезнейшая причем запруда. Так, ёршик. Убираем. О, а тут грязи. Я смотрю. Эту сторону специально не открываю, чтобы не забегало. Вот вам и Америка. Опа. Ухаживать за домом надо в любой стране. Ну, некогда ребятам, я понимаю, работают. Ну, уже когда начинает заливать. Вон, видите, что творится. Так, открываем вторую запруду. У нас дожди и опять намечался, как говорится, потоп. Может, не столько торнадо, сколько вот это вот неправильное, мягко говоря, ведение хозяйства. Надо делать такие дела. Вон она, видите? Вон моя отмостка. Так, продолжаем наше путешествие. Вот круг сделали по крыше. Ну, достаточно длинная крыша, я скажу вам. Смотрите, сколько грязи. Эту грязь, у меня уже руки замерзли убирать. Поэтому надо брать ведро и выковыривать. Думаю, чем же так нравится кровля? Говорит, дождь идет и не стучит. Да ну нафиг. Просто она, наверное, подешевле все-таки будет, чем вот это все железом покрыть или рубероидом. Вот же металлические стоят. Вот эти вентиляционные штучки. Какие они? Да, из металла. И ничего они не гремят. Вот вентиляция металлическая. Короче, дело к ночи. Вот он, видите, у них. Как бы сказать, участок их. Ну, неплохой участок. Им, наверное, вот здесь надо еще одну сделать. А еще один желобок. Круг обошел. Вот так вот, ребятки. Ну вот я уже на лестнице. Спускаться буду за ведром. Видите, раз, два, три. Надо бы, наверное, сюда еще сделать. Взял я вот ведро. Здесь парадный вход, видите. И чтобы его немножко облагородить, то есть накидал я с отмостки всякой параши. А люди придут, скажут, что за свинство.
что меня не то чтобы удивляет, а приятно удивляет, что здесь, видите, никакой плитки нет тротуарной. И никто за этим не стремится. Залили бетоном парадный ход. Видите, дешево и сердито. Без всяких уголков. У меня дома здесь уголки стоят металлические. Делаем на 300 лет. Ну, вот здесь более-менее прибрал. Еще дождик идет. И вот здесь вот надо еще прибраться. Вот порядок более-менее навел, а это все вынесем в компост.